это вот маки, похожая на орешку, только с модельной фигуркой. И Паскаль в красивой вязаной кофточке. Вот маки опять. Ушки на макушке. Это Лика сидит здесь в уголочке. Редди. Лисичка рыжая. А это сама Рыжуля, самая большая собачка. Она большая только потому, что кругом маленькие. Клыкастик. А сразу можно узнать по улыбке. Паскаль. Мы на них смотрим, а не на нас. Многочисленные. Там вот виден апельсинчик. Это в полосатом костюмчике лягушек. И апельсинчик подходит к нему. Рыжуля лает, потому что там в соседней клетке есть собаки, которые лают, и поэтому заводят ее. Там какой-то бородатик сидит, не знаю, стригли его, может быть, и еще новенькие собаки. Вот апельсинчик прихрамывает, у него лапка. Ну, уже все медицинские процедуры прошел, но походка у него теперь вот такая своеобразная. Лика, все, в ожидании пока. Апельсинчик. Очень милая мордочка у него. Милая собака. Машка. Не привыкли они еще к рукам. Это Луиза. Вот она уже спокойно на руках. Это Машенька. Машенька. Это Машенька. Мраморная собачка. Краска мерлевая. Джуна. Что она была? Рыжуля со всеми готова обниматься. Редди бегает, все бегает. И Лика вышла из своего угла и тоже пришла посмотреть на всех. Клыкастик получает свою порцию почесонов. И снова апельсинчик.
Это не очень рады людям, которые приезжают в гости. Рэдди сначала очень тоже боялась незнакомых людей. Сейчас видите, как она делает зайчика, чтобы на нее обратили внимание. Фотогеничный апельсинчик. Очень фотогеничный. Это Маки. Маки и Рэдди. Два зайчика. Как на машиночке Энни ее спустили в маниш, все сразу начали приветствовать. Вот она. Это клыкастик. Ой, ну Рыжуля прям собака-оповещатель. Кто-то где-то лает, ей тоже надо. Это Федя в голубом ошейнике. Вот Федя. Приветливая, вот, и он и сестренка его в красном, которая ошейнички, и они брат и сестра. И Машенька пятнистая. И вот спускают Джуну. И все сразу, смотрите, подбегают. Здравствуй, здравствуй, Джуна. Кто? Чего ела? Понюхаем. Машенька ласковая собачка, очень такая спокойная, на ручках любит сидеть. Как-то она, другие собаки даже не особенно нужны. Компания человека для нее важнее. И черненькая Джуна. Вот они тут, вот она тоже как рада, когда к ней внимание. Апельсинчик и лягушек там в центре, и Лика за ними. И Федя. Клыкастик. Вот Ариш приехала. Булочка Ариша. Машенька чихает. Будь здорова, Машенька. Луиза
своими висячими треугольничками, ушками. Машенька спокойная. В общем, приезжайте. Эти собачки, другие собачки. И радость от общения будет общей. И у них, и у вас. Конечно.